Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале «Мой прекрасный сад». И сегодня я хочу поговорить про мои любимые цветы, про бархатцы. Не знаю, знаете ли вы или нет, казалось бы, знакомый цветок, но несколько лет тому назад в Англии он считался цветком года. Почему его так все любят и почему он нужен? Ну, многие вещи мы, конечно, знаем, но кое-что я вам хочу рассказать. Итак, мы сегодня говорим про бархатцы. Все знают, что бархатцы отпугивают своим запахом вредителей. Полезно посеять у входа в теплицу или, например, расставить с ней горшки в теплице. Например, белокрылку помогут они против блошек, клопов, паутиного клеща. Срезанные измельченные бархатцы плотно набивают до половины ведра. Заливают доверху теплой водой и настаивают двое суток в темном месте. Затем процеживают, добавляют 30 грамм мыла и обрабатывают. Бархатцы или тагетис – это, пожалуй, единственное средство в борьбе с нематодами. Уже рассказывала весной. Я очень люблю цветы выбирать именно те, которые не только красивы, но и которые полезны. Тагетис – это совершенно незаменимые цветы от нематоды. Вы знаете, иногда вдруг мы замечаем, что с садом происходит что-то неладное. Молодые деревья плохо растут и развиваются, гибнут по непонятным причинам. Декоративные овощные растения тоже явно чем-то угнетены. И часто это бывает причина нематоды. Кстати, лучшая среда для них – песчаная теплая почва и отсутствие севооборота. Так вот, если нематоды появились, то бороться с ними очень сложно. Эффектных химических средств, не опасных для растения человека, не существует. Лучше всех с корневыми нематодами могут бороться именно бархатцы или тагетис. Во время роста их корни выделяют в почву теофен, вещества, обладающие нематоцидным действием. Вот в Голландии, например, в питомниках большие территории засевают бархатцами специально для того, чтобы очистить уже зараженные нематодами участки. И, кстати, при подготовке почвы под землянику, лук, томат или картофель можно внести измельченную траву бархатцев, например, при осенней перекопке почвы. Но бархатцы полезно держать не только в садовой аптеке. Целебны они и для людей. Например, в народной медицине водный настой цветочных корзинок бархатцев используют при простудных заболеваниях. И как мочегонные... Сейчас уже осень, и мы их, в общем-то, выдергиваем. Но я, несмотря на то, что мы выдернем их сейчас, я эти цветки засушу и буду их пить. И, кстати, бархатцы используют и в парфюмерной, и в кондитерской промышленности, так что вы можете украшать свои блюда цветами. Здравствуйте, дорогие друзья! Как я и говорила в фильме, я засушила цветы, тагетиса в том числе, делаю из них прекрасный чай и занимаюсь косметикой. Вот. Итак, я сначала сделала отвар из цветков тагетиса или бархатца, и потом это все заморозило в кубиках льда. И теперь этим прекрасным средством, антисептическим, омолаживающим, я буду протирать свое лицо. И вот я то же самое и вам советую. До встречи, мои дорогие друзья! Надеюсь, вы воспользуетесь моими советами.